Здравствуйте, дорогие друзья! Всех, опять же, с прошедшим! Данное видео будет о заявках, о КАМАЗах, об Инстаграме, о разном. Начнем. Сегодня я уже сделал пару прямых эфиров в Инстаграме. Кто не знает, что это такое, все-таки узнайте, пожалуйста, у близких, детей... Детей или у близких, соседей, скорее всего, многие уже в курсе. Я сам пользовался только Ютубом, ну, в соцсети мало заходил, кроме ВКонтакте, поэтому Инстаграм уже нынче одна из передовых социальных сетей, поэтому, ну, сложно ею не пользоваться, да и нужно на самом деле. Поэтому сегодня я сделал пару прямых эфиров. Обязательно подпишитесь, это реально, я думаю, будет вам интересно. Если вы смотрите YouTube, скорее всего, вам будет интересно и то, что я делал в Инстаграме. Там будет два аккаунта, один мой личный, там, где я ставлю себе цели. Вот так, указание на пункт. Ставлю себе цели, пишу просто о своей жизни. И второй, КАМАЗ с пробегом, там конкретно, то есть все о КАМАЗах. Поэтому... кому как удобно. Прямые эфиры о КАМАЗах, скорее всего, естественно, будут на той странице, где КАМАЗ с пробегом. Так вот, очень много людей звонят, и у них вопросы не сформированы. То есть, они не знают, что им нужно. То есть, у нас, как правило, разговор не складывается. То есть, я стараюсь сразу же определить, то есть, какой КАМАЗ, 15-тонник, 20-тонник, вездеход, не вездеход. Опять же, с каким двигателем? Евро-2, Евро-4, опять же, с малым пробегом или же после капиталки. Вот. Здесь говорит, а реальный ли пробег? Ну, если у вас уже какое-то смущение идет, то, пожалуйста, вот как новый после капитального ремонта. То есть и там все это может смущать. Поэтому, если уж прям смущать, пожалуйста, идите покупайте новые. То есть, ну, не у всех позволяет бюджет. Вот. Поэтому новых техники занимаются у нас другие наши партнеры. Поэтому кому нужен тоже. Я думаю, вы сами на них можете напрямую выйти, если что, контакты я вам дам. То есть у меня конкретно КАМАЗы с пробегом или же после капитального ремонта. То есть в основном процентов 70-80 это все продается по наличию. Получается угадать, что как кому нужно. Вот. Но если этой модели нету, а клиент уже знает меня и нашу организацию, то мы делаем под заказ. Вот. Поэтому, друзья, все-таки прежде чем позвонить или написать, да я и сам не против вам помочь в этом, но не будет ли навязанное, ну, то, что я вам скажу, вот, значит, вам нужен вездеход с Евро-2. Поэтому уж посоветуйтесь с близкими, как, что, какая все-таки вам модель нужна. И опять же, мы не кредитная организация, мы не лизинговая организация. Просто вы мне говорите, Ильсур, есть кто поможет, кто с кредитами? Я говорю, есть, сейчас вам позвонят, напишут. Поэтому всем добра. Понятное дело, что всем добра, чтобы ваши КАМАЗы ездили как можно больше приносили вам денег. Спасибо, всего доброго, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, буду я вам очень благодарен.